в зад. Как бы это странно ни звучало. Ну, тащи его вперед, что ли. Давай. Я вижу даже его. Мистер Тэшер. Гемини. Все, 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 тормозись. А то не дадим ты тебя. А он боевой хотя бы? Ну, как бы пушки у него есть. Так, куда садиться на него? Ну, либо в турельку, либо вот куда я сейчас буду залетать, но я не уверен, что я сейчас туда залечу. Это залетел? Ты сейчас подлетаешь? Да. Тут зашел. Сейчас я еще залетаю. Все, я зашел. Все, летим на пиратскую. Пусть Диман зашел или нет. Я подлетаю. А ты где находишься, Шамро? А, блять. Ты куда улетел? В это, в атмосферу газового гиганта полетел? Я чуть не упал, я этот вижу люк какой-то, попробую его открыть. Так, ну что, вы там взлетаете? Да я уже взлетел. Так. А, хорошо, а то я как раз через турельку зашел. А как через турельку лететь? Просто влетаешь в нее. Можешь увидеть кнопочку Use и нажать, и ты просто сядешь в турель, а потом выйти из нее. Так, я вылез. Только потом найти ктуры. Надо мостик. Сейчас я заново буду слетать. Да твою же мать. Я опять улетел. Какой человек? Это еще кто-то летает? Это я. Я через текстуру, короче, провалился. Ой, надо здесь повсюду указатели поставить, что где, а то заблудишься на этом корабле. Еще кто-то прилетел, а, Шамро. Блядь. А где эта турель стоит? Самая, то есть наверху, самая передняя носовая. Сейчас, да, попробую через нее. Куда идти? Иди. На мостик иди. А где у нас мостик? Ну что, я вижу, как вижу. А, все, вот она, турель. Ой, стой, не заходи, а то я сажусь в нее случайно. Где хозяин-то? Что он это? И не шевелится. Так, все, выхожу. Так, что-то я не вижу, чтобы в нее сесть можно, да? Подожди. Все, я вышел, ты должен увидеть кнопку Use. Нету. Шамро, я хотел сесть. Не поделили капитанский мостик. Капитан Шамро, всем. Так, а сзади нее подлетать или как? Покрутись. По идее, увидишь. Говорит капитан Шамро, всем по местам. А, держитесь все. Это prepare to fuck one. Он нашел. Что происходит? Прыгнули? Нет. Все на борту. О, все, все готовы. Я сел. Подожди-ка. Так, о, я сел, кот. А че у меня так идти плавают? Все на корабле? Я на корабле. Все, тогда отлетаю. Курс на Корею. Говорит капитан, курс на Корею. Так точно. Тоже сказать, окно лучше. Yep. Никто не хочет на турель? Там я, кстати, новый Star Farer посмотрел. Вот, фу, Star Farer, этот звездный трек. Отстой. О, ну и как? Ну, блин, Шамра меня сейчас осудит, но мне понравилось. Так, у нас тут еще один. Это не наш. Нет, наш. Я уже собрался расстреливать. На турель хочет кто сесть? Кто должен дать честь? Ну это я так отдал честь. А, ну сейчас. По протоколу надо. Ты так ее забрал. Вот черт, я оружие-то не взял. Я вообще только с пистолетом, получается. Снять снял. Внимание, противники. Bear to battle. Это что ты творишь? Ой, чё это я на кресло капитана сел?
Куда мы летим, ё-мо? На Корею. А, на Корею. Уничтожать самолеты? Блин, на правое сиденье что, не юзается? Юзается, просто мы летим. Блять, а куда мы летим, что ли? Вот и я тоже не взял. Я их снял, а одеть не одел. Нет, самого сука. У меня пушки зависли. А что за прикол, кстати? У меня со всех пушек пропали прицелы. Тебе нужно было их переодеть. Да, я пошел переодеть их, да, и не взял. А у меня вообще как-то навигация исчезала. Это бывает такое? Ну да. Так, я что думаю? Что мы делаем? Сейчас будем высаживаться, наверное. Петрус, мы высаживаемся или как? Погоди, я не пойму, что с кораблем происходит. Его несет, что? Он стреляет или нет? А то у меня зависло. Сейчас нет. Сейчас мы летим просто на станцию. А у меня почему-то постоянно такой это, эффект, как будто ты сейчас управляешь кораблем нормально? Да, да, управляю. А, все. А ты уже выбежать захотел? Ну как бы ты... А выбежать не получится, я смотрю. Потому что мы стремительно приближались. Не, давай, что-то с кораблем не то происходит, я тебе говорю. Я тоже заметил, что-то не то. Я тягу врубаю, а у меня назад начинает лететь. А ты, может, С нажал? Да не-не-не, капл я выключил. А все что это? А, вот, нормально, все нормально. Ну, это декапл, в смысле, лететь по инерции. Ай. Их ну, декапл, в принципе, правильно? Это не столько по инерции лететь, это сколько управление... А, господи, вектором скорости. Сейчас, тут, короче, пойдет. Два режима. Я в них пока еще не разобрался, вот, я их хочу... Так, как выйти из Трафера? Ладно, мы забрались через турели, а как выйти? Блин, о, что? Блин! Хура! Классно. Нормально. Чуть-чуть коснул. Чуть-чуть коснул, да. Краш-тест. Кто идет на отряд самоубийц? Ну, зато не придется за пушками идти. Идет ли кто-нибудь? Я отойду. На отряд самоубийц еще кто-нибудь идет? Куда? Отряд самоубийц. Что за отряд самоубийц? Ты не слышал? Не. Фильм. Кошмар. А, фильм. Понятно. Да. А, понял, что. Я видел, как-то кинули ВКонтакте фотку. Значит, это недавно косплей был. Значит, мужик какой-то бородатый оделся в роль той девки, разукрашенной, сбитой. Так, ребят, на кто будет большой корабль брать? Я. Скажешь, какой док? А-09. 09, да. 9. 1-9. Сейчас 9. Я еще выйду, активирую его. А, и я хочу пока пушки поменять. Прицелы поставить нет. Обратно. Не, я имею в виду прицелы поставить обратно. Не. Меня залагали. Я, по-моему, знаю, из-за чего это. Из-за того, что, наверное, капитанское кресло сел. Хотя нет, вариант. А если ты забрал у чувака корабль, то все, он теряется? Нет. Так, вот он твой, я так полагаю, стоит, да, здесь? Ну, как я и говорил, А-09. Ага. Я не вижу тут буковки А, я не врубаюсь, как вы их различаете. А на крыше самого здания ты увидишь большую букву. И на платформах самих там будут небольшие таблички. А, не видел. На платформах, по-моему, только цифры. Вот, 0,9. Нет, я вижу. Есть А, Б, да, видишь. А находится посередине на белом здании, на крыше. Старфарером очень сложно управлять. Очень тяжело. На нем ну, это на не самолет не полетаешь. Как на истребитель не полетаешь. Дима, вот смотри, видишь там это таблички подойди. Видишь там Ладин Пак, допустим, 0,9, да? И там слева будет написано, какая там палуба, то есть это А, Б или С. Ну не палуба, это площадка.
Не было ощущения, что когда-нибудь эта хрень голову отрежет? Ну, это же не русская техника или китайская. Кстати, так как я хожу в этой тяжелой броне, то когда поднимается к этой крышке уже, то есть готовится открываться шлюз, у меня персонаж приседает, потому что больно высокий. Сейчас не взлетаешь? Нет, я жду. А где магазин это брони находится? Ой, как магазин этот называется? Короче, выйди из одной из... Господи, вот центр там, где вызова кораблей. Короче, на одной из обзорных палуб там находятся шмотки, на другой находится броня и оружие. Что-то у тебя с щитами проблема. А ну. Да, это глюк. То есть при активации корабля иногда бывает, что щиты с нуля начинают заряжаться. Энергии на 100% отправил, все равно медленно. Так, у меня почему-то сбились клавиши, я не могу сейчас управлять этой энергией. Это фича. Классная фича. Так, на энергии, буквально вчера я вот это вот пробовал. Там на двойке, тройке можно было менять. Не, наверное, если кто-то сидит на энергии, наверное, нельзя делать. Че, куда сейчас? Куда же? Ну, мышкой можно все еще. Интересно, а вот эти костюмы, они все параметры имеют какие-то или же вообще без разницы? По-моему, без разницы. Имеют. Я не заметил, я как-то стрелял по чуваку в изи, ну в этом стандартном костюмчике из баллистического оружия. Получается, он меня убил быстрее, при том, что я начал открыл огонь раньше. Не, меня убил раньше чувак, который в этом, вернее, я когда был одет в простые, да, начальные простые начальные шмотки, да. Мне я с вами, который был одет в тяжелую броню. А чё за проблема с разрешением экрана? Какая проблема? Ну, скажем, у меня вот менюшка на F1, у меня некоторые буквы вообще вот посередину. У тебя не широкоэкранка? Я, как узнать? У меня та же проблема, у меня экран квадратный, не широкоформатный. Поэтому у меня большая часть меню не влазит. Ну что, кого-то ещё ждём? А, меня, а где вы находитесь? Mm-hmm. А09. Сейчас я с Б прилечу. Интересно, если я энергию на ноль беру, мы взлететь можем? Нет. У тебя останется какой-то запас энергии в самих компонентах, и он, получается, исчерпается через пару секунд. То есть ты используешь, скажем, маневровые трастеры, ускорители, ну, ты понял. Значит, ты через пару секунд закончится энергия. Что, правда, иссяк, что ли? Его. Да? Ну, я проверял. Прикольно. То есть не только на Constellation, а и на всех других. То же самое со щитами. Если ты уберешь... А, нет. Щиты, если убрать в ноль, то они вырубаются просто. Но вот двигатели, они все еще могут использоваться в течение пары секунд. Да, типа топливо есть. Ну там не топливо. Нет доступа. Ну, тут вообще да. Дебильно как-то сделано. Здесь водород используется в топливе. А Веапонс это оружие. Раз двигатели, правильно? Да. Так, на А вы находитесь, да? Да. Угу, сейчас.
Мадмен, ты на чем, я не пойму. Че такой быстрый мадмен? Я этот... Как он? Жек, как у тебя назывался раньше корабль? Катлас. Вот. Ты Катлас убрался? Ну да. Чего? Джей Джей Адамс летает. Подумал, Абрамс. А че за истребитель тут фрилансер? Истребитель? О, ну как его там? Грузовик. Корабль. Вау, кто такой быстрый тут? Какая тень пронеслась. Жек, так что ты хотел сказать про Star Trek? Я так и не понял. Так, про Star Trek я хотел сказать то, что нормально. Ну блин, чувак я... пишет, he is stealing my ship. Че? Вот. Я потерял это, Катлас радаров. Да, потому что я нажал выйти, ну блин. Мы летим до сих пор. Вы видите Катлас? Не, он пропал. Видишь, зараза. А, он вроде восстановил его. Сел за него. Ну, тут что, этот скаут жианский стоит. Еще не активированный. Так, короче, наверное, летите на Корею, я сейчас буду захватывать этого придурка. Ну хорошо. Какого придурка? Катлас? Да. О боже. Ну он сел за свой... А, он летит на Лисар, так что все нормально, я сейчас выпрыгну. Ну или... Выпрыгну. Что, куда летим? На Корею. Будем пиу-пиу. Интересно, как они добились того, чтобы на корабле... О, сейчас я пиратов хочу пострелять. Чего? Что? На корабле можно стоять? Да. Ну они там отдельные, это, зону физики сделали в кораблях. У корабля своего, много. По-своему, своя физика. Контролирую щиты. Тебя видно, да, как я их контролирую? Что? Щиты. Ага, а я просто приближаю вид, чтобы точнее стрелять. Ну видно хотя бы? Да. Отлично. Я один на Корее. А, щитами другой кто-то руководит, да? Я. А то смотрю, ползунок бегает. Вижу Харнет стоит. Че, я, наверное, взорву? Красавчик. Итак, на Корее прыжок. Ну, может, пока щиты восстановить? Ты чё зачем? Это? Зачем выпускаешь флайеры эти? А, блин, случайно. А у меня тут на мыши три раза боковые клавиши. Передняя для связи, а задняя для этих вспышек. Понял. Кот бессмертный, Корнет. Я в него все патроны растратил, ракету запульнул, он просто летел. Русский впереди. Светрус. Так, этот? Шо это? А там никого нету внутри. Может, убил пилота просто? А как вы поняли, что нет никого внутри? А, нету ника. То есть я его выделил, у меня просто пишется Энгел Хорнет. Да нет, он просто стоял на стоянке, он не был рабочим. На человек вот наверняка в здании находится. Раша на свет летает, походу. Не? Кто? Мы не врежемся? Да нет, конечно. Какой Russian? Ты где Russian видишь? Свет Russian 13. Это я. Свет, это наш. Выходим, да? Угу.
И что здесь делать будем? А что это за Constellation со странным именем? Жека так, что ли, написано? Да. Понятно. Доставайте оружие. И кто здесь есть на этой базе? Давайте узнаем, только ходим все вместе, потому что Ники сейчас не видно. Можем друг друга перестрелять. Я как снайпер буду, наверное. А корабль не стрелит? Да пофиг. Короче, Катлс не решил приземляться, лечу к вам. Я как снайпер снаружи, или вам нужна помощь внутри? Меня убили, ой, меня убили. Стреляют. Меня убили. Кого стреляют? Сабля подлетела, Сайбер. Убила. Что было? Сабля убила меня. Ты на фриле был или просто вышел? Я вышел. А, понятно. А ник сабли какой? А чё за корабль к нам приближается? Еще один Constellation. У меня нет на радаре. Есть два Constellation.